Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, заберем награды и пойдем делать ежедневные задания. Пройти серию испытаний. Давай, пройдем. Возьму Леонардо, Армагона, Бакстера. Так, Майки, подожди. Возьму Усаги и, наверное, Шреддера. Да, заодно еще их нужно будет захилять, потому что у них чуть-чуть-таки отсутствует здоровье. Ну что, Бакстер, здорово. Давно не виделись. Даже не упал, ты посмотри, а. Еще и хильнули. А мы можем даже вот так сделать с тобой. Вот такой отхил даже будет получше, мне кажется. Ракеты. Так, Армагон, красавчик, ты им понизил атаку. То, что нужно. Минус Бакстер. Минус Маузер и минус Кланфуд. Отлично, переходим на вторую волну. И смотрим, что уже тут поджидает нас. Ага. Так, наверное, Криса надо в первую очередь шлепнуть. Не добили, да? А если так? Теперь сделаем вертушку. Ну ты совсем, смотрю, припух, а? Рокстеди. Все, ребят, победили, ну и, соответственно, прошли мы это событие. Двигаемся тогда дальше. Дальше у нас что там? Открыть колоду, кстати, открыть колоду надо сразу же. Так, Ванька-стиранка выпадает нам. Дальше смотрим. Так, сразиться в боях, поднять уровень персонажа. Ну что? В боях, так в боях будем с тобой прокачивать, опять же, крысиного короля по навыкам. Здесь нам понадобится, ё-моё, 4 3D очков. 4 штуки, так, минус. Одни нашли. Только лишь одни, а нужно еще 3. Ладно, попробуем. Так, 2. 3. И последние. Последние очки надо найти. Есть. Так, очки нашли. Дальше что нам надо? Наушники. Давай-ка вот здесь попробуем найти, наверное. Так, одни. Вторые. Вторые. Ну давайте третий-то, чё? Какой-то же журнал дают нам. Не нужны мне совсем. Ты посмотри, а. Ну ты полюбуйся на них. Все, ребята, не дают. Я уже событие сделал, задание точнее. Так, значит, поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 23 тысячи. На Макмана, по-моему, не хватит. Ладно, подкопим тогда чуть-чуть. И доделаем все эти задания. Ну что, друзья, на турнирку. Лига самураев. Я вчера целый день не играл, поэтому меня и скинули до Лиги самураев. Но это не беда. Сейчас мы с тобой будем типа мини-буста делать. Потому что это уже как бы второй день. Ну, по идее идет третий, но для меня как бы второй. И я вот думаю, а мы справимся здесь 54 уровни против 49-х? Вот как ты думаешь? Я тебе говорю, у него прокачанные бойцы, в отличие от меня. И причем по скиллам, наверное, ну, как минимум пятерочку имеет. Так, ладно, давай проверим, что у нас из этого получится. Ну, давай попробуем веером. Надо было бы вообще-то мне Эйприл валить, коль на то пошло. А можем ее заморозить? Давай, кошечка. Ай-яй-яй, сейчас хильнет. Сейчас хильнет всю свою команду. Ладно. Ой, смотри, какой удар делает. Промахнулся? Это же круто. Это, ребят, всегда хорошо, когда он промахивается. Так, я Эйприл все-таки должен добить. Так, делаем ускорение на нашу команду. Хильнемся тоже.
Пам-пам-пам-пам. Давай попробуем все-таки добить. Да что ты будешь делать-то, а? Ну, так, если... Есть. Ой-ой-ой, супер удар. Ох, как же вжарил-то. А вот теперь сиди и думай. Либо Дуни, либо Рокстеди. На Рокстеди, кстати, меткость упала. Плюс еще и заморозка. Ничего себе, мы его тут... Давай, давай, Дуни. Солидно. У нас еще и морозильная кошка есть. Она тоже может хилять. Блин, он догекается что-то. Мне кажется, сейчас Рафаэль добьет. Сможет, по крайней мере. Слушай, а если мы с тобой так сделаем? Защиту. Защиту и отхил. Ну вот, уже что-то лучшее, ребята. Что-то лучшее получилось. У нас защита есть, плюс уклонение. Так, он критовку, да, поднял? Да шлепните вы этого. Все. Так, теперь остается Донателло. Вот посмотри, какие долгие, длинные бои, ребята, происходят, когда ты идешь. И я не скажу, что это на равных. Мы идем не на равных. Мы идем с большим преимуществом по уровню. С большим преимуществом. И как мы его тут разбираем? Это говорит только о том, что он очень прокачан по скиллам сильно. Фу, с горем пополам мы справились здесь. Ладно. Сейчас перейдем уже в лигу сёгунов. Так, ну сначала давай попробуем выбрать где-нибудь 14-19. Авось получится. Не, не хотят давать. Ладно, возьмем тогда вот эту команду. Против нас 45 уровень, как я вижу. Раз, два, три, четыре. Пит. Роквелл. Слушай, дай, наверное, вот так вот лучше сделаю. Нам нужен еще какой-то массовик. И вот кожеголовый как раз будет у нас тем самым массовиком-затейником, который будет наносить массовый урон по всем. А вот то, что вот это делает, это, конечно, плохо. Так, защиту вешаем на себя, Роквелл. Круто. Так, теперь Лео. Получай пощечину. Давай, кожеголовый, я в тебя верю. Не то совсем сделал ты. Как бы сделал то, но не столько урона, сколько я рассчитывал. Давай дрон позовем. Так, минус Рафаэль. Пита, ну конечно же, самого слабенького начинает бомбить. Так, Пит, я думаю, что ты пока выдержишь. Давай заклюем этого сплинтера. Есть. Пощечина. Возьму я провокацию ножа, пожалуй. Так, возьмем провокацию. Минус Макман. И, надеюсь, минус Рафаэль. Окей. Все у нас в данный момент получилось. Прекрасно. Ну что ж, погнали далее. Сейчас мы с тобой уже перейдем наверняка в лигу мастеров. Да ладно, вы... А вот это, ребята, издевательство натуральное. 7 ступенек мне всего дали перепрыгнуть. Молодцы, молодцы. Это подлинненько было в данный момент. Очень подлинненько. Так, 46 уровни. Давай, выходи, Крэнк. Накажи своих врагов. Опять Эйприл. Блин, а у нас хилки-то нету. Я не взял хиллера. Молодец. Я не взял ни хиллера, ни провокатора. Лучше, блин, не придумаешь. Давай. Так, слэш добил. Крэнк своей массовой атакой. Плюс гранаты от Рокстеди. Вот это да. Вот это Уилсон. Прошли, короче, ребят, мы этот поединок. Двигаемся дальше. Ну а теперь все. Мы теперь все у нас, ребят. Ну что, 15-19. Возьмем с тобой, наверное, вот этот отряд. Уровень уже, как ты видишь, 54-52. Раз, два, три, четыре.
Ну тут, наверное, пойдем по старой схеме тогда уж, чё? Ну, старая схема, ты понял, да? Это Шреддер, это Леонардо, это Усаги и все-все-все остальные. Погнали. Просто молниеносный разбор вражеской команды, и мы с тобой продвигаемся дальше. Лига Сёгунов, одна звезда. Я думаю, сегодня до двух звездочек-то мы точно дойдем. Угу. Должно у нас получиться. Так, Ванюш, пойдем. Будешь помогать. Раз, два, три, четыре. Сейчас Ванька тут со своего гранатомета или с базуки лучше. На. Даже вякнуть не успели. Буду знать свое место. Ну что, дальше продолжаем. Так, переходим на 50-е место. Так, 15-20. Берем теперь Лео. Раз, два, три, четыре. У меня что-то так мало этих откатов, я тебе скажу. 7 штук всего лишь. Что-то это очень мало. Так, ну что, вертушка? Против вертушки тоже мало кто может устоять. Тем более на данном уровне. Это вообще им нереально. Погнали. Так, какая там? 28-я. Слушай, что дают мне постоянно 15-20? А выше что нельзя? Например, там 15-21. Походу нет. Ладно. Так, Ромагош, пойдем. Раз, два, три, четыре. Сейчас Ромагон один раз валуном киданет и все. Ну что вы там стоите, супостаты? Нате, улыбнитесь. Не грустите. Язычный разбор был. Ну, погнали далее тогда. Так, у нас 28 место было. Я думаю, сейчас где-нибудь 12 будет. О, 7. Окей. И все равно дают 15-20. Тогда Бакстер Стокман. Бакстер Стокман. Ну, по идее, нужен быть первым, да? Потому что у него 100 уровень. Против 57-х. А ну-ка. Упс. А так если? Нормуль. Майки не подкачал. Все-таки сделал свой удар с сюрикенами. Массовую атаку и всех наказал. Всех добил. Так, и мы в сёгунах 2 звезды, ребят. Отлично. Так, шуршим дальше. Блин, может быть, все-таки дадите мне 15-21-то, а? Да, ребят, не хотят. Возьму Донателло. Вот так вот. Раз, два. Все братки, все черепашьи братки пошли у нас. Так, муху не уложил, да? Ладно. Воу. Рафаэль сегодня в ударе у нас. Точнее, Донателло. Своими сюрикенами. Чуф-чуф-чуф. И всех почти покосил. Нормально. Так, 86 на 70 какой там? А, 68 даже. Окей. 16-21, наконец-то. Беру здесь Зека, беру Джастина. Раз, два, три. Ну, Зэк, естественно, первым будет ходить. А Джастин, я так думаю, на добивку пойдет. Давай под ноги им бомбочку свою. Так. Майки тогда. Супер. Какие-то, я не знаю, там супер шарики от Криса Брэдфорда. Питательные, видимо, да? Знаешь, этот быстрые завтраки.
Джастин, я не понял, ты как всегда самый последний из всех. Ё-моё, тебя даже 55 уровень переплевывает по скорости атаки. Но это, конечно, не дело. Это, конечно, друзья, не дело. Ты серьезно сейчас? Просто взял и промазал? Ну а так совсем не дело. Хильнись ты уже, господи, а то упадешь еще, не дай боже. Попадет? Попал. Не, ребята, все-таки Джастин — это не тот боец, который нам нужен на постоянной основе. Его даже Рафаэль на 50 уровне переплевывает в плане атаки, ты понимаешь? То есть инициатива у него вообще никакущая. Так что я не советую вам его как бы брать. Если вы вдруг думали взять кого-нибудь там, если у вас есть выбор, Джастин какой-то еще персонаж, то лучше бери второго персонажа, но не Джастина. Я когда его прокачивал, я думал, он будет намного-намного круче. А оказался он... Да, даже его массовые атаки, которые дают вроде бы преимущество, да, превосходство нам, ты ими просто не успеваешь воспользоваться, вот и все. Да, у него там две атаки массовые, но если он ходит последним, он еще не факт, что успеет ими воспользоваться. Так что в топку его. Ну что, мы пока продолжаем. Тут у нас 16-21. Макмен. Так, так. Крис Брэдфорд. Ну и пускай Змейка Вюн. Сейчас нам придется еще с тобой брать по откату Шреддера. Так, секундочку. Давай, наверное, баф сделаем. Ураганчик мусорный. Крут. Замечательно. Просто врагу ни шанса не дали. Никто даже не успел из них сходить. Вот это я называю бой. Слушай, а мы с тобой, скорее всего, в Сёгун 3 звезды даже попадем. Да? Успеем? Так, давай-ка мне 16-21. Хорош выпендриваться. Так, не Армагона я буду брать, а Супер Шреддера. Супер Шреддер. Раз, два, три, четыре. Но я надеюсь, что он все-таки сможет здесь справиться. Поехали. Как сосунков разобрал. Просто как сосуночков. Тюх, и все, ребята, и они все отдыхают. Двигаемся тогда дальше. Так, Сёгун 3 звезды, 88 место. Круто. Что я могу сказать? Опять же берем Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Но тут еще поединка 3, да, у нас впереди. Конечно, хотелось бы забраться до Лиги Мастеров, но мне кажется, не получится. Вот если бы я вчера бы еще поиграл бы, тогда да. А я вчера вообще, ребята, что-то так ленько мне было за что-то делать. Просто провалялся. Не, я пошел кое-какие дела сделал. Еще погода такая мерзкая, значит, все тает, снег. Потом пришел, лег на диванчик. А, нет, вру. Приготовил покушать. Покушал плотненько, лег на диванчик, и все, ребят. Что-то мне такая ленька взяла. Вроде хотел план, я там запланировал то, поиграть это. И ни в какую, не могу себе заставить все. И так пролежал до вечера, потом вырубился и вот в 9 утра встал. Вот такой у меня вчера был день. Такая апатия, потому что скоро на работу выходить, ребят. Что-то все лень делать. Не знаю. Я бы еще бы в отпуске бы с полгодика посидел, наверное. Так, ну что. Проходим довольно быстро. Сам видишь все. Давай быстренько переходим. Так. В Лигу Мастеров, наверное, не попадем. Наверное, не успеем, потому что не хватит у нас бойцов. Если мы даже будем с тобой брать постоянно Супер Шреддера. Ну да, тут у нас получается два поединка. Раз, два, три, четыре.
Да, всего 2 поединка. Не укладываемся. Ну, не укладываемся, не укладываемся. Чё сделаешь? Ничего, откатов у нас нет, поэтому я не могу здесь слишком много кого-то тут возвращать в поединок. Вот этих отыгрываем, и в принципе все. Потом уже идем куда? На события, да? Сейчас посмотрим, какое место у нас. 34-е. Ну вот, ребят, 34-е место. Последний с тобой тратим откаты. Раз, два. Так, так. И пускай будет Усаги. Вот, надо будет после того, как серию запишем, надо будет мне взять и посмотреть рекламу за откаты, чтобы 10 штук уже лежало на следующую серию. Они нам пригодятся. Хоба. И не пробил всех Усаги, да? Несмотря на то, что он 100 уровня, а противник 67-го. Не хватило ему запала. Вот так вот. Ну что, здесь можно, ребята, жирную точку ставить. Останавливаемся мы с тобой на 16-й позиции. И переходим в испытания. Я даже не знаю, какие здесь лучше проходить. А, ну, наверное, те, в которых у нас... Ну, вот, например, вот это событие. Можно просто на изи проходить. Да? Да. Погнали. Ставим на автобой. Ну и они тут сами, ребят, разберутся, потому что тут бойцы 100 уровня. Они, наверное, это событие даже сами смогут пройти полностью. Мне даже не приходится переходить в ручной режим. Так, со второй волной разобрались. Первые вот эти вот игры, это понятно, ребята, первые события, они самые легкие. Тут 12 уровень, тут без проблем. Второе тоже будет легкое. Третье, четвертое, там, не знаю, может быть, пятое. Самые сложные становятся уже шестые, седьмые. Там уже, по крайней мере, у них уровень более-менее такой сильный, да? Там 70-ники, 80-ники, и там уже, да, есть какое-то сопротивление. Тут, как мы видим, ребят, 20 уровень у бойцов. У врагов. Ну, сам подумай, 20 уровень против 100-х, ну, ничего не сделает. Поэтому, естественно, автобой. Я даже не буду, ребят, здесь пыхтеть. Нет, можно было бы, как раньше, сделать массовыми атаками все это бомбить, чтобы быстрее проходить. Но даже палец об палец не ударю. Пускай сами разбираются. Так, и последняя, заключительная волна. Мне вот этот пейзаж почему-то больше всего нравится, ребят. Такая, знаешь, деревенская атмосферка, потому что когда они бегут, видел, да, там поля, пугало стоит в поле, домики деревянные. Это и нормально. Тачка вон с навозом стоит. Это лучше, чем где-то там в горах шоркаться, да? Или в том же самом городе. Так, ну что, поехали дальше. 30 уровень. Опять же, ребята, ерунда. Вот это уже где-то, я не знаю, в каких-то там в подводных пещерах шоркаются они здесь. Так, клан футовцы. Ну, опять же, 3 волны здесь. Опять же, каждому по одному удару, и все, и они падают сразу же автоматически. Так, сегодня еще будут всадники Олуха, потому что сегодня должно быть доступно нам еще одно событие. Так что попробуем его сегодня пройти. ХКРочка, наверное, будет. Что еще у нас там в планах? Ну и, наверное, я... А, Юрский парк. И, наверное, все. Остальное там уже будет для второго канала. Так, 45 уровень, да? Окей, погнали. Хоба. На один зубок. Просто на один зубок. Ну, даже 45 уровень, ребят, для нас это ни о чем. Но вот грибы, это да, это бесявые типки. Здесь-то они еще, ладно, ватники, но когда они вот 70-80 уровня, это какая-то прям проблема.
Тут уже, кстати, 4 волны, ты заметил? Так, минус. Минус. Ну, тут каждому по удару также все падают. Так, а здесь, по-моему, химера будет, да? Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь, ребят. Вот она, летит. Химерушка. Армагон сразу, да? На тебе. Ну, нормально. Довольно быстро прошли. Так, насколько помню, в этой игре будет 3 босса. Значит, нам еще... Сколько там? 4 события проходить. Раз, два, три. А, 3. Окей, погнали. Надеюсь, не надо объяснять, зачем мы проходим события, которые уже у нас пройдены и в которых нам некого фармить. Ребята, ради жетонов. То есть мы проходим с тобой только для того, чтобы потом фармить можно было бы нам жетончики. На самом последнем уровне фармится... Сколько там? 50 жетонов, по-моему? 50... От 40 до 50 жетонов. А жетоны нам нужны для того, чтобы прокачивать наших бойцов. А бойцов у нас там еще за жетоны очень много. Там и Пит, и Роквелл, почти все эти... эти мутанты. Потом кто там у нас еще идет? Там идут... А, ну да, наши эти... Твою налево из головы улетело. Кролики, ё-моё, конечно же. Кролики тоже нам нужны. Они, по-моему, самые дорогие, да? 810 жетонов для 3 ДНК. Это, конечно... Я вообще не знаю, ребят, как, сколько мы их будем фармить, я даже боюсь представить. Так, ну что, погнали. Еще 3. Еще 3 у нас события здесь. Или битвы, лучше назвать это битвой. Такс. Ну тут уже 60 уровень получается, да? На следующем будет 70-й. И на самом последнем получается 80-й. Где-то так. Ну, тут разобрались мы с ними. Переходим на 3-ю волну. И заметь, что-то я не видел, чтобы мои бойцы здесь применяли массовые атаки. Хоть один бы, хоть кто-то применил массовую атаку. Просто бьют одиночными атаками. Все. Да. Вот здесь вот, с какого перепуга вдруг 2 Леонардо-то? Вот я не могу никак понять. 2 Леонардо видения стоят. А разве так можно было? Или у него что там, двойники? Окей, ну что, этот поединок мы тоже довольно легко прошли. Переходим с тобой на следующий. Микеланджело видение. Так, Донателло, да, здесь? Донни видение здесь дается в награду. Это мы уже с тобой здесь поднимаемся в горы куда-то. Горная тропа. Так, минус. Упал. Ну и зачем ты это сделал, Армагон? Твои ракеты здесь как бы не особо сильны. Ну, Усаги, молодец. Добил все-таки этого кланфутовца. Так, 3-я волна. Здесь у нас кто? Ага, черепашки видения, все. Весь состав. Так, упал Лео. Усаги, ну красавчик. Все-таки влепил масуху. Шреддер, вот надо было тебе бить лучше Микеланджело, чем Рафаэля. Потому что на них постепенно уже висело. Ну, это Лео ты, конечно, зря. Он взял массовую атаку, потратил. Зачем? На одного бойца. Так, ну что, опять химера прилетает здесь. Что-то там пищит. Ну, погнали. Половину хп сразу снесли Маузера. Т
Так, Усаги пробафал команду. Ну вот, в принципе, и все. Вот Химера и довыпендривалась. Ну, быстро, конечно, тут они разобрались. Очень быстро и грамотно. Так, Донателло видение. И последнее это у нас Леонардо видение. Так, уровень у врагов, как ты видишь, 80-й. То есть, ну, уже такие серьезные противники. 80-й уровень и 100-й. Разница в 20 левелов. Но не забывай, что враги у него прокачанные по фулочке. То есть, если брать, например, моего Леонардо 100-го уровня и его Леонардо 80-го, у него будет прокачан лучше, чем мой. Мой только возьмет, единственное, это уровнем. Потому что, ну, все-таки 20 левелов, там прибавляется и сила, и атака. Но по скиллам, именно по скиллам, он будет проигрывать. Так, еще творит, а? Еще утворяют жуки. Так, Усаги делает свою вертушку. Оу, ну что-то ты вообще как-то... Шреддер, ну ты бы мог сделать бы, наверное, свой суперудар-то. Чё ты? Чё за дела-то? Ты посмотри, мы даже не попадаем по некоторым. Так, этот уходит инвиз в невидимость. Так, ладно. Волна. И опять же не попал ни по кому. Вы чё, серьезно, что ли? Неужели надо брать ручной режим? Так, это мы бафаемся. О, Шреддер, молодец. Вырубает хил. Нате вам. Минус Донни. Минус Рафаэль. Минус Майки. Молодцы. Молодцы. Здесь, конечно, Усаги очень хорошо и вовремя подключил свой баф. То есть сыграно круто. Так, ну что, а здесь у нас сама Химера. Окей. Четверть хп. Один только Шреддер отнял. Дальше Армагон. Тройным укусом. И Лео делает вертушку. Вот и все, ребят. Я даже не прикоснулся к нашим бойцам. Они все сделали сами. От начала и до конца. За что им респект. Так, ну что, у нас там... Сколько остается? 23. Есть ли смысл? Ну давай, попробуем. Так, Микеланджело. И Леонардо. Вот так бы они выпадали, когда я их фармил в свое время, да? Но нет. Так, друзья мои, ну что, здесь, по-моему, все. У нас сколько, кстати, жетонов? 520. Также не хватает десяточки, да, получается? Эх. Как бы хотел, чтобы здесь добавилось бы пару десятков новых героев. Так, ну что, у нас мутагена хватает же, да? На Макмана. Отлично. Ну что, ребята, Макман у нас 88 уровня. Скоро 90 левел у него будет. Так, а мы еще... Крысиного короля. Давай посмотрим. Так, два наушника. Пицца пока есть, можно немножко потратить. Так, и последние наушники есть. Все, ребят, наушники мы нашли. Подожди-ка, а нужно 6. Тогда, скорее всего, не успеем. Все, ребят, пицца кончилась. В общем, по итогу у нас получается 5 наушников. В следующей серии найдем. И тут еще 10 ящиков с инструментами. Я думаю, тоже найдем. И прокачаем ему крысолова до 5 ступени. Ну, друзья мои, на этом я буду, пожалуй-ка, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!